Не надо. Нет. Все хорошо. Это всего лишь сон. Только сон. Что? Мы уже на яхте. Мы удрали от докторов, медсестер и санитаров. Все будет отлично. Правда? Я обещаю. Пока я с тобой, ничего страшного не случится. Не бросай меня, Перл. Это просто невозможно. Тебе лучше? Я вспомнила. Кортни арендовала яхту. Все верно. Пусть попробует схватить нас в открытом море. На борту мы в полной безопасности. Эй, в чем дело? Тебе не нравится в Мексике? Мой сон. Тебе снилось что-то неприятное, да? Мне было страшно. Я совершила что-то ужасное, Перл. Что именно? Келли, всем снятся кошмары. Забудь о нем. А лучше расскажи мне, и увидишь, твои страхи развеются. Перл, поверь. Иногда я боюсь себя больше, чем доктора Роллингса и больницы. Я знаю. Ты боишься вспомнить, почему ты попала туда. Меня трясет при мысли об этом. Может, я смогу помочь тебе? Теперь многое изменилось, Келли. Прежде ты была наедине со своим страхом, но эти времена позади. Они не вернутся. А почему бы и нет? Я расскажу, что случилось тогда. Я все расскажу. Может, вы сочтете меня сумасшедшей, но я все равно расскажу. Сантана, может, тебя нервирует обстановка? Я попробую... Я хочу, чтобы все знали правду. Отлично. Давай выйдем и сначала все обсудим. Ваша честь, мои подзащитные нехорошо. Я прошу перерыв. Присоединяюсь. Ей надо успокоиться. Она не в состоянии отвечать. Со мной все в порядке. Вы просто боитесь того, что я сейчас скажу. Ваша честь, я прошу перерыв. Мисс Уэйнрайт, мы не в суде. Обойдемся без формальностей. Миссис Кастильо может сама решить, нужен ей перерыв или нет. Спасибо, Ваша честь. Итак, если вам нужен перерыв, я вам его предоставлю. Если нет, тогда продолжайте. Тогда я продолжу. Той ночью, когда произошла авария, я была не одна. Раньше я говорила, что находилась одна в машине, но это не так. Я боялась сознаться. Мне было стыдно. Миссис Кастильо, могу я спросить у вас? Да. Вы наблюдаетесь у врача? А в чем дело? Какие лекарства вы регулярно принимаете? Никаких. Только таблетки от аллергии. А какие? Антигистаминные? Да, кажется. Они облегчают мои страдания. Возможно, вы не знаете, но некоторые препараты такого рода вызывают замедленную реакцию под воздействием алкоголя, даже самые ничтожные дозы. В ту ночь вы тоже принимали эти таблетки? Да. Я принимаю их каждый день. Они безвредны. Вы утверждаете, что были не одна, когда сбили миссис Кэпвелл. Кто находился с вами в машине? Кейт. Тиммонс. Что? То, что ты слышал.
Я ничего не понимаю. Это предварительное слушание. Но это не означает, что ты можешь болтать, что попало. Это серьезное обвинение. Я протестую, ваша честь. Я говорю правду. Я не могу это слушать. Какая наглая, откровенная ложь. Мистер Тиммонс. Она призывает меня в свидетели. Классический случай. Она пытается увильнуть от ответственности. Мистер Тиммонс, сядьте, пожалуйста. Я удивляюсь вашему терпению. Эта женщина невменяема. Мистер Тиммонс, я бы хотела выслушать миссис Кастильо. Прошу вас, сохраняйте спокойствие или покиньте зал. Хорошо. Миссис Кастильо, пожалуйста. Мы слушаем. Я не лгу, клянусь вам. Я долго скрывала правду, но больше не в состоянии. Изложите нам ход событий с того момента, когда вы сели в машину. На поездке настаивал Кейт. Ну еще бы. Мистер Тиммонс. Он умолял меня поехать с ним. Я отказывалась, потому что ждала мужа с сыном. Они ужинали в ресторане. Но Кейт уверял, что разговор займет 20 минут. И я согласилась. К сожалению. Итак, вы сели в машину и направились в сторону мыса Inspiration. Мне было тяжело управлять автомобилем. Я плохо себя чувствовала. К тому же сгустился туман. Я была очень расстроена. Разговор с Кейтом обещал быть не очень приятным. Почему? Я думала, что мы с ним уже пришли к соглашению и не хотела снова все обсуждать. Эти мысли мешали мне вести машину. Я должна была сдерживать эмоции. Кейт все время напоминал, чтобы я следила за дорогой. А затем он схватился за руль, потому что мы начали съезжать на обочину. И я ощутила удар и ужаснулась. Я не смогла ничего разглядеть из-за тумана. Но побоялась выйти из машины. Кейт пошел посмотреть, что там произошло. И, вернувшись, сказал, что колесо попало в выбоину. Он не сказал, что вы сбили человека? Нет. И не мог сказать. Мистер Тиммонс. Меня там вообще не было. Извините. Ощущение от удара по-живому не похоже на то, когда колесо попадает в выбоину. Понимаете? Это разные вещи. Я предпочла поверить ему. Я почти ничего не соображала. Помню, я тогда подумала, что вряд ли в такую погоду кто-то может гулять там. Я и мысли не допускала, что сбила человека. Я боялась думать об этом. Миссис Кастильо, а почему вы отправились именно туда? Почему? Мы не хотели, чтобы нас кто-нибудь видел. Зачем? Что вам надо было скрывать? Подождите, это бред какой-то. Сначала она утверждает, что я был вместе с ней. Сейчас придумаем, что мы там делали. И в конце концов мы окажемся любовниками. Невероятно. Что ты творишь? Я думал, мы друзья. Ты говорил, что мы будем вместе. Что? Говорил, что любишь меня. И даже то, что... Ты обезумела. Ты сошла с ума. Ты говорил, что женишься на мне. Прекратите. Нам ни к чему выслушивать оскорбления. Мистер Тиммонс, мне понятна ваша позиция. Миссис Кастильо, садитесь. Итак, вы утверждаете, что ваши отношения с мистером Тиммонсом выходили за рамки дружбы, так? Да. Мы были любовниками. Круз. Сантана, Сантана.
Ладно, извините. Я думаю, что справедливость все же восторжествует. Мистер Тиммонс, насколько я поняла, вы все отрицаете? Сейчас у меня нет возможности представить доказательства. Но в любом случае, следует провести медицинское освидетельствование под следствием. Дайте мне сутки, я во всем разберусь. Надеюсь, вам удастся доказать свою непричастность. Мне незачем доказывать абсурдность этих инсинуаций. Но все же постарайтесь найти хорошего адвоката, способного все опровергнуть. Ваша честь. Да? Я Роза Андраде. Мать миссис Кастильо, вы позволите мне побеседовать с вами? Моя дочь все это время находилась в ужасном напряжении. Ей необходимо сейчас побыть с мужем. Им надо объясниться. Может, вы отпустите ее ненадолго? Хорошо, мы скоро закончим. Миссис Кастильо, я жду вас здесь в 3 часа. Мистер Тиммонс, и вас тоже. Поверь мне, я не ожидала, что все откроется. Твои отношения с Кейтом давно не секрет. Круз, я себя просто ненавижу. У меня давно сложилось впечатление, что я абсолютно никому не нужна. Да. Мне это знакомо. Круз, мне бы не удалось обмануть тебя. Я видела, что ты стараешься поверить мне, и не можешь. Все было шито белыми нитками. Тем не менее, меня впечатлило твое выступление. Для того, чтобы сказать мне правду, тебе потребовалось собрать побольше народу. Я себе этого не прощу. Я поставила себя в глупое положение. Не только себя. Круз, ради бога, не бросай меня. Перестань. Только не сейчас. Пожалуйста. Пойдем туда. Пойдем. Определись окончательно. Мы достаточно повеселили публику, тебе не кажется? Прости. Я не переживу, если ты покинешь меня. Сомневаюсь. Мне давно следовало тебя оставить. Круз, не говори так. Я и не собираюсь. Говорить должны вы, леди. А я послушаю. Что здесь происходит? Спроси у своей подзащитной. Спасибо, я уже слышала ее версию. Мне следовало предвидеть, что она во всем обвинит меня. Из-за того, что ты не сумел ей помочь? Это месть? А что же еще? Я не вижу смысла в этом поступке. Сантана ничего этим не выгадала. Тогда зачем она так поступила? Я же говорю, она не простила мне, что я не сумел избавить ее отсюда. И ради этого была готова разрушить семью и потерять мужа. Сантана знает, как поступит Круз, узнав о любовнике. Он разведется с ней. Может, она только этого и ждет? Ты видел, как она бросилась за ним? Ну и что? Ты видел ее состояние? Она потеряла голову и не соображала, что делает. Ты утверждаешь, что она все выдумала. Перестань. Мы иногда встречались. Разговаривали, обедали вместе. Она мне звонила, но я не догадывался, что она делает это лишь для того, чтобы разбудить ревность в муже. А ты, конечно, проявил благородство и не воспользовался ситуацией. Дорогая, мы с Сантаной знакомы со школы. Ей было плохо, ее мучили сомнения. И если она желала поделиться ими со мной, как я мог оттолкнуть ее? Чем же ты ей помог? Это что, допрос? Я не сомневаюсь, что ты убедишь судью в своей непричастности. Конечно, я опровергну дурацкую версию Сантаны, потому что это сплошное вранье. Рассказывай, Сантана. Я не знаю, зачем я это сделала. Я, возможно, не идеальный муж, но я был верен тебе. Круз, твое сердце принадлежало не мне. Только не начинай меня упрекать. Я лишь пытаюсь объяснить свое поведение. Я страдала, я боялась, что ты не любишь меня. И поэтому утешалась с Кейтом? Да. Я знала, как ты к нему относишься. И хотела разозлить тебя. А Кейт воспользовался случаем, но мне было все равно. Извини, мне так плохо. Я хорошо тебя понимаю. И убеждаю себя, что когда-нибудь ты сможешь понять меня. После того, как все это время ты лгала мне в глаза? Круз, Кейт не давал мне признаться. Я давно собиралась это сделать, но он отговаривал меня. Теперь мне ясно, как он ко мне относится.
Кейт вынудил меня сказать, что я ехала одна. Он обещал повлиять на решение судьи. Он сказал, что поможет мне. Я не хочу слушать тебя. Круз, пожалуйста, помни одно. Я всегда любила тебя. Может быть, слишком сильно. И всегда буду любить. Я отвезу тебя домой. Ты должна отдохнуть. Спасибо. Ты предатель. Ты говорил, что пустишь в ход все свое влияние, а вместо этого подставил меня. Я ненавижу тебя. Ненавижу. Сантана. Я ненавижу тебя. Сантана. Ненавижу. Уведите ее отсюда. С меня достаточно. Уведите ее. Роза, уведи ее. Ты должен показать ее врачу, Кастильо. Извини, я не выношу ее в таком состоянии. В каком же? Неужели ты ей поверил? Ты же сам вел расследование. У тебя есть свидетель, который видел, что она ехала одна. Свидетели иногда ошибаются. Да. Но тебе не кажется, что ты зря тешишь себя надеждой? Ты должен поддерживать жену, но не забывать, что ты полицейский. Я и не забываю. Кейт, можно тебя на минутку? Может, ты уберешься отсюда? Мне нужно поговорить с тобой. Ты испортила мне все дело. Мадам Дефорж наших дней. Видела, до чего ты ее довела? А ты был готов придушить ее? С таким другом, как ты, и врагов не надо. Ну ладно, я знаю, что ты занят. Обещаю, я тебя долго не задержу. Мне и раньше такое снилось. Иногда мне казалось, что это не сон, а реальность. Я не знаю почему, но у меня начинает стучать в висках, когда я думаю об этом. И знаешь, Перл? Что? Там, в больнице, хотя мне и подавляли психику всякими лекарствами. Он мне тоже снился. Я не хотела думать о неприятном. Я тебя понимаю. Я боюсь, что все окончательно забуду. И не смогу восстановить цепь событий. И мне останется лишь одно — ждать, когда они напомнят о себе. Ты знаешь, что вызывает эти воспоминания? Ощущение, вкус, прикосновение или запах? Что-нибудь. Можешь представить себе? Я не знаю. Может, нам попытаться восстановить ассоциативный ряд? Есть такая игра. Ты будешь говорить слово, а я говорю, что оно напоминает мне. Любое понятие способно вызывать ассоциации. Я часто играл в эту игру со старым китайцем, очень мудрым человеком. Он уверял меня, что это единственный способ постичь истину. Поиграем? Хорошо. Давай условимся. Если тебе станет невыносимо, скажешь: «Али-Али, уходи», и мы прекратим игру. «Али-Али, уходи». Правильно. «Али-Али, уходи». Не беспокойся, так принято. Видишь ли, если приходится слишком напрягаться, мозг включает защитный механизм, и человек не способен ничего вспомнить. Именно это и случилось с тобой. Поняла? Поняла. Давай начнем. Цветок. Красный. Дождь. Гром. Темнота. Ночь. Отель. Крик. Почему я это сказала? Не позволяй себе думать об этом. Борьба. Толчок. Окно. Стекло. О, боже. Что? Окно разбито. Здесь всюду стекла. Где? В комнате, на подоконнике. Где эта комната? Не знаю. Я толкнула его, и он вылетел в окно. Он мертв. Нет. Нет.
Последнее время у меня появилась привычка смотреть на океан. Я бы хотела заплыть далеко. А когда силы иссякнут, подчиниться судьбе и тихо опуститься на дно. Прекрати, Сантана. Я подумывала о самоубийстве, но любовь к тебе победила смерть. Ты сказала, что любишь меня, но я не понимаю, почему ты изменила мне. Не знаю. Я, наверное, просто слабая женщина. Мне не хватало внимания. Я искала любви, настоящей любви. Я получила внимание, заботу, но не любовь. Я наказана за то, что встала между тобой и Иден. Прекрати. При чем здесь Иден? Иден была сбита машиной. Ты подозреваешь, что это было совершено преднамеренно. Ты ведь подозреваешь меня. Я угадала? Признайся. Неужели это правда? Я толкнула его, он потерял равновесие и выпал из окна. Ты удивлен, Перл? Неважно, Келли. Ты слышал об этом случае? Как звали этого человека? Не могу вспомнить. Келли, я могу назвать его имя, но оно ничего не будет значить для тебя. Постарайся вспомнить все сама. Уйдем отсюда. Нам некуда идти. Вокруг нас океан. Вспомни, что я сказал об Али. Али, Али, ты свободен. Перл, я помню окно. Разбитое стекло и больше ничего. Попробуй изменить поток сознания. Присядь. Расслабься. Смотри, что я нашел в трюме. Немного пыльное, расстроенное. Слушай меня. И твои воспоминания вернутся. А невзгоды и горести отойдут на второй план. Давным-давно в моем доме жила хитрющая, пронырливая белая мышка, которую звали Келли. Она воровала со стола сыр, забивалась в норку и, радостно чихнув, принималась его есть. Моя белая мышка, моя малышка Келли. Я украл с фермы корову, которую назвал Келли. Она с трудом зашла в мой дом, она взломала дверь, перебила рогами окна, а на кухне посуду. Своим поведением она напоминала белую мышку. Теперь у меня есть девушка, которую зовут Келли. Она выгнала из дома корову и белую мышку. У нас нет парного молока, и никто теперь не ворует сыр. Вот такая история. Почему ты замолчал? Дай мне перевести дух. Кажется, я вспомнил окончание этой истории. Неважно, что ты делаешь. Тебе все равно ответят недовольным мычанием. Тебе стало лучше? Ну как, лучше? Неужели ты считаешь, что я нарочно сбила Иден? Я считал, что ты не способна на другое. Круз, речь идет об убийстве. Откуда я могла знать, что Иден поехала туда? Я понятия не имела, что она следит за мной и Кейтом. Свидетель подтвердил, что ты была одна в машине. Он находился на порядочном расстоянии. Ты одна утверждаешь, что Кейт был с тобой. Да. И ты думаешь, я лгу? Поставь себя на мое место. Что я, по-твоему, должен думать? Круз, мы же знакомы с детства. Тебе ведь известно, что я не умею лгать. Совсем не умею. Я говорю правду. Я Джина Кэпвелл. Многие из вас хорошо знают продукцию миссис Кэпвелл. Когда я начала ее выпуск,
то взяла за правило использовать для ее изготовления только самые лучшие продукты. И поэтому для меня было ужасным шоком узнать о случае отравления среди потребителей моего печенья. Это, разумеется, единичный случай, и я сразу же предприняла меры для того, чтобы в будущем подобное было абсолютно невозможно. Все продукты, используемые в производстве печенья, будут тщательно проверяться перед их применением. Вторая проверка будет проводиться перед упаковкой продукта. Так что оставьте свои сомнения и смело ешьте печенье миссис Кэпвелл. Вы можете доверять качеству изделий миссис Кэпвелл так же, как вы доверяете той, которая их придумала для вас. Привет. Входи. Где Сантана? Она прилегла. Ты говорил с ней? Конечно. Круз, ты веришь, что Тимос был с ней? Хотелось бы верить. Ты сомневаешься? Ты же видела, она то кричит, то плачет. Я понятия не имею, что там было. К тому же она обманывала меня. Я знаю, тебе тяжело, извини. А как ты думаешь, Джулия? Он был там? Понятия не имею. Я тоже. Может, он и не виноват. Он чересчур уверен в себе. Впрочем, как всегда. Интересно, какое алиби он нам предложит. Круз. Роза. Круз, что происходит? Я беспокоюсь. Она была сама не своя сегодня. Что с ней творится? Я многого не знаю. Я сам виноват. Нет. Я хотел быть хорошим мужем, но не сумел. Круз, я считаю, что Брэндону не обязательно обо всем знать. Я заберу его себе. Отлично, спасибо. Знаешь, что если Сантану посадят... Мы этого не допустим. Но если это случится, оставь Брэндона у меня. Ты же знаешь, он привык жить в моем доме. Да, я понимаю. Что бы я делал без тебя, Роза? Ты не беспокойся о Брэндоне. Я отнесусь к нему как к сыну. Я буду всегда так относиться. Я сумею о нем позаботиться. Я знаю, Круз, я его люблю. И пока ты занят, я буду воспитывать его. Вы строите планы насчет Брэндона? Меня осуждают в моем же доме. Мой муж и моя мать считают, что я не смогу воспитывать сына и хотят забрать его у меня. Нет, я только... Я слышала. Слышала, как вы договаривались втайне от меня. Как вы могли предположить, что вам удастся ваш план? Я буду драться за сына. Сантана. Сантана. Попробуй попкорн. Он вполне съедобен. Я не ем попкорн, дорогая. Тебе повезло, что я вообще пришел. Это тебе повезло, дорогой. Покажи мне билет. Зачем? Дай мне билет. Я хочу его посмотреть. Это необычный билет. Ты поймешь это потом. Видишь ли, это путь к свободе. Ты спас свою карьеру, решившись прийти сюда. Благодари за это меня. Объясни. Тебе кажется, нужно срочно доказать, что Сантана больна? Ты шутишь. Доказательство налицо. Неужели присяжные поверят обезумевшей женщине, а не человеку с моим положением? Ты был в машине вместе с Сантаной, Кейт. Что, если правда выйдет наружу? Я находился далеко от этой машины. В таком случае тебе нечего бояться показаний Сантаны. И моя помощь? Тебе ни к чему. А тебе известно, как обезвредить ее? Кейт, ты и без меня обойдешься. Я готов выслушать тебя.
Мы оба знаем, что Сантана принимает наркотики. Да. И судья дала тебе прекрасную возможность, обратив внимание на таблетки Сантаны. Ты бы мог сказать, что Сантана наркоманка. После этого ей никто не поверит. Но Сантана понятия не имеет, что в этих таблетках. Они снимают аллергические проявления. Ну и что? Она поймет, что кто-то подменил ей лекарство. И сразу же укажет на тебя. Ей никто не поверит. Вот это нельзя утверждать однозначно. Кстати, тебе известно, что ты совершила тяжкое уголовное преступление, приучив ее к наркотику? Подожди, подожди. Я же только хотела помочь тебе. Правда? Как? Тебе необходимо алиби, не так ли? Я бы могла тебе его дать. Кажется, я сбился. Ну все, аудиенция закончена. Может, ты отдохнешь немного? На сегодня достаточно рыться в душах. Перл, прошлое не проходит бесследно. О чем ты? Прошлое определяет настоящее и даже будущее. Я должна все вспомнить. Келли, на это потребуется время. Я знаю. Но я готова им пожертвовать. Ведь каждое утро я просыпаюсь с чувством тревоги. И весь день я пытаюсь вспомнить, что же тогда случилось. И боюсь не успеть это сделать. Мне нравится твоя решимость. Перл, оставь меня одну ненадолго. Только пообещай, что в случае чего позовешь меня. Позову. Спасибо. Дилан. О, Боже. Перл! Перл! Все в порядке? Все хорошо? Это был Дилан. Я видела. Мы с ним поссорились, а затем я убила его. Ее слова. Что, Оуэн? Она сказала, что убила кого-то. Это правда? Нет, она оговаривает себя. Если у нее есть опыт, она может его повторить. Как нам от нее избавиться? Оуэн, Келли совсем не опасна. Мне надоело плыть. Когда мы будем в Мексике? Когда окажемся там, но никак не раньше. А сейчас нам следует повнимательнее относиться друг к другу. Келли очень нужны друзья. Не ссорься с ней. Договорились? Привет, Оуэн. Привет. Мне пора идти. Перл, ты сказал ему? Нет, я не говорил ему. А почему он так испугался? Ну, ты же знаешь Оуэна. Ему что-то взбрело в голову. Он боится собственной тени. Какое тебе до него дело? Нет, нет, все меня боятся. Поэтому я и попала в больницу. Я опасна. Келли, тебя никто не считает опасной. Тебя поместили в больницу, чтобы ты не сделала что-нибудь с собой. И кроме того, это был способ уберечь тебя от других неприятностей. Каких неприятностей? Дорогая, тебя должны были судить. Никто не знал, что случилось. Но все понимали, что ты не убийца. Я кричала от того, что Дилан вел себя как-то не так. Я убежден. Он угрожал тебе? Нет, я не помню.
Пытайся вспомнить, что он говорил, делал, может, ударил тебя. Я не знаю, Перл, я ничего не могу вспомнить. Отлично. Давай отложим этот разговор. Я не могу забыть, я должна все вспомнить. Не сейчас. Мы должны подождать. Между прочим, ты уже многое вспомнила. Ты поможешь мне? Располагай мной. Там катер. Перл, посмотри. Катер? А что это за катер? Не знаю, но очень большой. Не волнуйся. Помнишь, я говорил, что мы встретим патрульный катер? Это один из них. Наверное. Сантана, где Круз? Паркует машину? Не знаю, я ехала на такси. Давай помогу. Отстань от меня, я и сама справлюсь. Привет. Привет. Ты видел мою жену? Она только что вошла. Тебе лучше держаться подальше отсюда. Это приказ, инспектор? Ей без того нелегко. А если ты будешь маячить за ее спиной? Должна тебя огорчить. Без меня им не обойтись. Думаешь, я шучу? Если ты сунешься в дверь, я тебя арестую. Придется сообщить судье Вайли. Она пригласила меня прийти. Ну что ж, мы с тобой рано пришли. Только не уходи. Скажи, зачем это тебе нужно? Если ты мне не веришь, сам спроси у нее. Зачем ты ей понадобилась? Чтобы выполнить гражданский долг. Кажется, я еще не закончил с тобой говорить. Простите. Инспектор Кастильо. Да. Вам звонит Эйден Кэпфелл. Алло. Что с тобой? Где ты? Мы же договорились, что ты не выйдешь, пока тебе не разрешат. Она... Ей предстоит разговор с судьей. Нет, не надо. Самое разумное, что ты можешь сделать, это вернуться к себе. Иден, прошу тебя. Ты назвал меня сумасшедшей. И после этого я должна давать тебе объяснение? Я думал, мы понимаем друг друга. У нас был план. Твой план оказался непригоден. Все было бы в порядке, если бы ты получше держалась. Ну, конечно. Не сомневаюсь, в суде было бы то же самое. А потом ты сказал бы мне, прости, Сантана, так уж вышло. Тебе не пришло в голову взять вину на себя? Это было бы порядочней. Я бы тебя не подвел. Ты бы не оказалась в тюрьме, я гарантирую. Точно так же ты гарантировал, что все ограничится этим слушанием. Да. Ну что об этом говорить? Ты же знаешь, я мог помочь тебе. Интересно, чем? Выбрать получше камеру? Вовсе нет. Я был на твоей стороне. Я защищал тебя. А может, тебе сознаться? Скажи судье, из-за чего произошел наезд, что мы оба виноваты. Ты же знаешь, чем это для меня закончится. Я потеряю работу. Ты предлагаешь мне разрушить карьеру? Нет. Я предлагаю тебе хоть раз в жизни вести себя честно. Не тебе судить о моей честности. Я предлагал тебе способ выйти сухой из воды. Ты им пренебрегла? Ты даже не расстроен. Тебе все равно. Теперь да. Я сделал все от меня зависящее, а ты нет. Вот и расплачивайся. Отойди от моей жены. Я говорил ей о том, что сожалею о случившемся. Мне ничего не удастся исправить. Катер ушел. Нам было бы там тесно. Что они могли сделать с нами? Попросили бы наши паспорта. А если бы узнали, что у нас их нет? Не знаю, лучше не думать об этом. Я слышал, в мексиканских тюрьмах отвратительно кормят. Наверное, этот патруль не единственный. Конечно, нет. Чем ближе к берегу, тем их будет больше. Оуэн,
Не пугай Келли. Мы найдем способ избежать встречи. Еще бы. Что с нами будет? Мы выполним задуманное. Мы проберемся в Мексику. Я узнаю, что случилось с моим братом. Ты вспомнишь, что с тобой было. Хоть это и сложно, но мы с тобой справимся. Мы выбрались из больницы. Мы обрели свободу. Я чувствую, что могу своротить горы. Ну как, мистер Тиммонс, у вас готов ответ на заявление миссис Кастильо? Прошу вас сесть. Оба ее заявления были ложными. Я готов опровергнуть их. Первое касается наших с ней отношений. Мы не были любовниками. Не отрицаю, я был увлечен миссис Кастильо. Но давно, еще в школе. Она была очень красива. Все это отмечают. Но школа уже позади. Мы выросли. Она вышла замуж. Я влюбчивый человек, но я слишком дорожу своей карьерой. Поэтому мы оставались только друзьями. Иногда встречались, разговаривали, но не более того. Отсюда вытекает вторая ложь. В ту ночь меня не было в ее машине. Ей это приснилось. А где же вы были, мистер Тиммонс? Вы можете сообщить, где и с кем вы провели эту ночь? Да, могу. Авторы сценария Бриджит Добсон, Джером Добсон, режиссер Джон Седлик. Телесериал «Санта-Барбара» подготовлен к показу российской государственной компании «Русское видео».